Для вас работал Андрей Беляев. До свидания. Вот такой рывочек Барселоны. И матч из упорного превращается в избиение. Дешон Томас точен издали. Второй титул в составе Барселоны. Ай, Наварро бросает и мажет. Победа! Папа Николау нарушает правила, смотрит на арбитра, спрашивает, почему тот не дает фол, а французы радуются. Раньше времени радуются французы.
отменят. Паскаль Денадю принимает поздравления. Пробьет еще штрафные. Дешон Томас. Вот это сенсация. Вот это да. 70 на 67. Ликуют французы. Ну все, чемпионы Евролиги. Отскочила Барса в прошлом году от Партизана. Молодого. В самой концовке. А в этом уже году не повезло. В этом сезоне не повезло. 71-67. Нантер неожиданно абсолютно вырывает матч, вырывает победу в Барселоне. У Барселоны в Барселоне. С чем французов и поздравляем. Огромное спасибо тем, кто был сегодня с нами. Огромное спасибо режиссерам, что помогали в проведении этой трансляции. Звукорежиссерам, что помогали в проведении онной. Для вас работал Андрей Беляев. До свидания.